Сегодня 7 июля 2019 года. Мы находимся в городе Трускавцы. Крошном, красивейшем городе Трускавцы. Сегодня я постараюсь сделать ролик об этом городе. Чтобы посмотрели мои друзья, мои подписчики. Чтобы у них появилось желание тоже приехать сюда, в этот город. Здесь чудесный воздух. Прохладный. Очень много санаторий. Люди сюда едут из со всех углов, я бы сказал, что мира. Потому что очень много сюда приезжают из Израиля, из Средней Азии, из Азербайджана, из Польши, там, из Европы много народу. Здесь отдыхают. Лечится. Я сам уже 5 лет подряд сюда еду, но я не могу сравнить ни с чем здешний отдых, лечение. И, конечно же, вода на втусе. Я здесь очень много знакомых лиц встречаю. Вот за эти годы, которые мы сюда едем, можно сказать, что одни и те же люди постоянно сюда едут отдыхать. Из Средней Азии я много видел. И в прошлом году, и позапрошлом году этих людей. И они в этом году тоже здесь.
Все, шакин, то и видео. Так, да, блядь. Все. Şəkilli sola mən videodan götürürəm, təbii yox. Tam belə-belə durub o kameraya baxan belə bir şeydir. Thank you.
Bu bizim geçen yıl kaldığımız evdi. Bu evde lift olmadığına göre Yara Hanım burada kalmak istemedi. Dördüncü mertebeye liftsiz çıkmama mecbur edildi. Burada da faydiyazımız iyiydi, oradan girildi. Thank you.
наш аккуратний Продолжение следует...